нас, а также группа спасения. Они нам сегодня помогут в сопровождении музыкальном, а мы будем все вместе петь «В Христе одном надежда есть». Нам, вы второй раз, да, в вашей церкви? Три года назад, по-моему, мы были. Но мы помним даже людей, которые присутствовали тогда три года назад. И знаете, это приятно. Приятно понимать вообще, что ты живой человек, и что вокруг тебя тоже живые люди. И мы прекрасно знаем, что почему мы здесь. Потому что Бог положил в наши сердца нечто, то, что очень ценно. То, что имеют не все люди на этой земле. Дух Святой, Его любовь, которая живет в наших сердцах, и благодаря которым мы, собственно, и называемся Его последователями, Его детьми. Поэтому, братья и сестры, слава Богу за эту возможность вот, чувствовать и быть Его детьми. Знаете, все, что мы делали, вот, хорошо пастор сказал, программа. На самом деле, это не наша программа. Потому что с самого начала образования группы спасения это была не наша идея. Даже музыкально идея вот, служить Богу музыкой,
через музыку, это была не наша идея. Мы 21 год назад собрались как библейская группа. Это были перестроечные времена, я вижу, что по возрасту многие из вас еще помнят те времена. Наверное, может быть, и оставили, переехали сюда, когда еще была перестройка, или 90-е годы. 89-й год, приблизительно одно время, когда мы покаялись. Именно тогда Бог нас собрал в одну группу, которая хотела знать больше, больше и больше, больше о Боге. Мы молились вместе. У нас не было книг, которые мы могли бы изучать и там, от других верующих какие-то наставления получать. Единственная книга, которая у нас была, это Библия. Мы читали ее, молились и оттуда черпали вот все, что нам нужно было молодым, энергичным ребятам для жизни. И позже, когда мы спрашивали в Писании, Господи, какими ты хочешь нас видеть? Потому что мы хотим служить тебе, но мы не знаем как. И уже позже Бог сказал нам, вот через такой пример мы собирались, своих домов не было. Это было летом, мы чаще всего собирались со своей группой и молились в парке в городе Ильинске, мы из Беларуси, возле набережной. И в один из вечеров, обычных вечеров, которые мы собирались вместе, изучали Библию, с нами была всегда гитара, мы пели песни, первые христианские песни, современные на то время. Я помню, когда мы закончили последнюю песню петь, мы услышали аплодисменты. Когда мы повернулись назад, позади нас стояло больше 100 человек. Они стояли и слушали, оказывается, все это время то, о чем мы пели. А может быть, правильнее сказать то, о ком мы пели. И именно в тот вечер Бог проговорил в наши сердца. Вы спрашиваете, какое ваше служение? Вот ваше служение. Говорите обо мне через музыку. Музыка у нее сам язык. Смотрите, и старый, и молодой, и богатый, и бедный, и больной, и здоровый. Одинаково могут ее понимать. И через музыку можно нести Господа. Собственно, чем мы занимаемся на протяжении последних 21 года, мы делаем то же самое. Мы ложим Божьи мысли, Божьи идеи, слова песен, которые мы поем, и несем их людям через музыку. Поэтому это не наша программа, это Божья программа. И мы рады представить те песни, которые Бог подарил нам. И одна из них о том, что каждому из нас Бог достаточно дал тепла в сердце, чтобы не только самому согреться, но дать людям, которые окружают нас. И не думай, что твое сердце ледяное, потому что любовь Божия может растопить любое, даже самое-самое холодное сердце. Мы приехали сегодня, мы хотим, чтобы этот концерт мы делали вместе. Видите, у нас нету барабанщика с нами. Поэтому вы можете нам помогать. Вы можете быть ритм-секцией сегодня для нашего концерта. Я даже хотел бы, чтобы это был не концерт, а встреча, но то, что мы будем делать вместе. Поэтому будьте свободны, чувствуйте себя, помогайте нам. Можете нам так хлопать. Это будет только наш вечер сделать красивее. Пойте вместе с нами эти песни, потому что все они о нашем любимом Господе. Согреться и стало огня, но холодное сердце греет тебя. Я хочу подарить тебе сердце свое. Сильная льда твоей горной зимы.
лишь рассвет бесконечной любви и достоинства. Из-за умного сиротка, из-за сиротка твоей долгой зимы, ты увидишь рассвет бесконечной любви и достоинства. Сердце свое, это новая жизнь, ты знаешь ее. И он стопит любовь все со синей вода. Уже много веков не случится она, случится она. Из-за синей вода твоей долгой зимы ты увидишь на свет бесконечной любви и растает сына. Из-за волнового синего дна, из-за синей вода твоей долгой зимы ты увидишь на свет бесконечной любви и растает сына. Из-за волнового синего дна. Свет бесконечной любви.